Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Даниэлова Маргарита в интерактивном шоу «Лови удачу». И прямо сейчас мы играем в очень интересную игру, поэтому ни в коем случае не переключайте канал. У каждого из вас сегодня есть огромный шанс попасть. Кто готов? Кто придумал, кто сложил, у кого варианты ответа не совпадают с предыдущими игроками. А их было сегодня достаточно много. Надеюсь, что вот вы сейчас попадете в цель. Если вы составили какое-то слово и думаете, ну что же они его не называют? Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас вариант? Кофе. Кофе. Угу. Спасибо. Хороший вариант ответа, действительно простой, как я вам и советовала, но немножечко не туда. Мимо. И продолжаем играть дальше. У кого еще какие варианты? Я жду всех любых вариантов здесь, прямо сейчас, непременно. Многие ответы уже прозвучали, и вы уже точно знаете, что не надо называть и что точно не лежит у нас в конвертах. Мне кажется, что единственные слова, которые вы можете составить уже из слова «телефонистка», они как раз-таки не названы и лежат у меня в конверте. Почему-то сегодня я не угадываю ваши мысли, или вы мои, одно из двух. Но пока что мои мысли вот запечатаны тут у меня. Кто же вскроет этот конверт, хотя бы один из этих трех конвертов? Я не прошу вас все три слова мне называть правильно. Одно слово, в точку попадите и заберите 4000 рублей. Если у вас есть еще какие-то варианты, вы понимаете, что попасть в эфир сегодня достаточно просто. Звонки один за другим, так как мы играем слово «телефонистка». Вы можете использовать сегодня свой шанс. Алло, алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас ответ? Кисет. Угу. Кисель? Кисет. А, нет, 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 такого варианта у нас в конверте. Что же делать? Что творится? Мама мия, никто меня не спасает, никто не угадывает мой вариант ответа. Почему? Почему? Что за неудача меня сегодня подстигает? В сердце лежит. Прекрасное слово мне назвали. Ну, как досадно, обидно, досадно. Ну ладно, продолжаем играть дальше. Есть у вас еще какие-то варианты? Мама мия, долго ли мне здесь еще сидеть? С кем мне еще удастся пообщаться? Кто-то еще не лег спать? Кто-то еще горазд нам позвонить? Кто-то еще верит в себя, в свои силы? Все на самом деле реально, только вы почему-то никак не откроете конверты. Ладно, давайте так сделаем. С этой минуты 6000 рублей гарантированная сумма. Хо-хо! Е-е-е! 6000 рублей! Ну что, давайте поборемся за эти деньги. Так, у нас тут очень серьезная игра. Обстановка накалена до предела. Я дала подсказку, кто-то ее, вероятно, услышал, кто-то нет. Я могу пожелать только вам удачи. Ладно, слушайте меня внимательно. Я скажу только один раз. Первая буква в названии этого животного, эта буква находится во второй строчке сверху. Сверху. Ну что, есть добровольцы, которые догадались, о каком животном идет речь? Или я одна такая умная догадалась, мне сразу это слово пришло в голову, я положила его в конверт, и вот сейчас сижу и мучаюсь, и пытаюсь вам подсказать. Тому, кто действительно достоин, бежит последняя минута. Все, приехали, мама мия, Киркуду. Никогда, ни за что вам не поверю, должны знать обязательно, иначе я останусь как плохая девочка без победителя. Я что, думаете, жадная? Я щедрая. 25 секунд. Не хочу прослыть в народе Маргаритой жадной. Я всегда буду Маргаритой щедрой. Стоп, будильник, стоп, стоп, стоп. Стоп, будильник, промахиваюсь.
Ау, меня кто-то слышал или нет? Все сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Итак, 10 секунд остается, уже даже меньше, а это значит, что... Так, я не поняла. Так, 2 секунды у нас осталось, и до сих пор никого нету, что ли? Как мне стыдно, как вам не стыдно? Да вы что? 15 тысяч рублей, что кому я их отдам? Ну что ж, победитель есть, и я никуда проваливаться не собираюсь. А с вами была Даниэлова Маргарита. Спасибо вам большое за отличную игру. Хорошо играли, действительно. Браво. Все, до свидания, удачной вам ночи. Пока-пока.